Так. Уже тут из-за этого. Отчитаем. Ага. Почему и как всякие предположения. И он пришел к выводу, делая опыты разные, что пчелы никуда не слетают. Их съедают осы. А, вот так вот, каждый осы год. Попадает. Ну, они же не все семьи, а вот какие-то семьи. И вот они, им не хватает белка, осам. И они пчел прямо это руки-ноги это самое отдирает. И потом вот это животик пузика вот это вот выпивает, все высасывает оттуда весь вот этот белок. Вот это у вас мед этого года, да? Да, да, все контейнеры. Вот. Темные видно в это тоже гречичные, в общем, как бы да. В большей степени. А, и то, естественно, вы качать будете еще сколько, ну, примерно по опыту? Месяц, полмесяца? Нет, мы стараемся 10 сентября закончить. А, вот так вот. Они и так уже запас, да. Ну, все обстоят. И погоды, да? Понятно. Холода были. Сегодня тоже 4 градуса.